Всем привет! Это рубка постнауки Постнаука ТВ. Сейчас в Москве 6 часов вечера, и мы снова с вами. Спасибо, что пятницу вечер проводите так замечательно и продуктивно. А со мной в гостях сегодня мой соведущий Роман Авдеев, соучредитель постнауки. А также исследователь постнауки, прекрасная Адель Цыбенко. И наш замечательный гость – это кандидат биологических наук, биолог, миколог, точнее, и биолог, и миколог, натуралист, популяризатор науки и главный редактор издательства «Биопресс» Михаил Вишневский. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. И сегодня мы обсудим очень интересную тему, как грибы используют в своих целях другие организмы, животных, растений. Могут ли грибы общаться, могут ли они передвигаться? И какую роль они сыграли в эволюции всего живого, ну и в эволюции человека в том числе. Ну и... Да. Во время эфира мы будем рады, если вы зададите вопросы нам по теме трансляции. На самые интересные из них мы ответим в конце эфира. Если вам не терпится, добавьте энное количество рублей, и вопросы с донатом мы задаем вне очереди. Ну и также, то есть, ставьте лайки, дизлайки. Ну, нам важна обратная связь, будьте активны. Ну, я думаю, мы можем начинать. Михаил, еще раз спасибо большое, что вы к нам виртуально пришли сегодня. Спасибо, что позвали. Вот, и начнем с общих вопросов. Насколько я понимаю, грибы выделились в отдельное царство только со второй половины 20 века. Почему так долго они были то растениями, то... Я не знаю, причисляли их к животным или нет, но, в общем, почему они только тогда выделились в отдельное царство, и что послужило финальным аргументом для этого? Ну, Адель, грибы действительно довольно странные ребята, и ученые, начиная с давних времен, с самого отца ботанической номенклатуры Карла Линнея, не знали, куда их девать. Про грибы тогда ходило прекрасное высказывание, которое на латыни звучит как «Fungorum ordo chaos est». То есть царство грибов есть хаос. Их действительно не знали, куда отнести, потому что ни растения, ни животные, цветов нет. Непонятно, чего делают. Выпускают на землю какие-то, на поверхность земли, какие-то странные штуки, да, причем разные формы, нет, чтобы стандартные. И какое-то количество признаков животных у них имеется, какое-то количество признаков растений, в первую очередь способ роста и питания. Да? Поэтому грибы всегда как-то перекидывали в разные стороны, пока не произошли некоторые вехи, которые постепенно определили то, что грибы действительно не так давно, каких-то там 70-80 лет назад, начали считать самостоятельным царством. И первым в этом плане в 18 веке выступил итальянец с прикольной грибной фамилией Микели, который первым обнаружил у грибов споры. Он на столе оставил шляпку сыроежки на классическом таком бильярдном хорошем столе с зеленым сукном, на котором он на ночь оставил шляпку сыроежки, и с утра обнаружил, что под ней, когда он ее приподнял, есть такие белые полосочки радиальные, расходящиеся от центра, которые спустя какое-то количество времени и изысканий он определил как мельчайшие грибные семена. И вот с этого момента стало понятно, что плодовые тела, да, то есть то, что имеет шляпку и ножку, является органом размножения грибницы, той плесени, да, условно, которая сидит под землей. И, соответственно, грибы с этого момента начали относить куда-то в сторону папоротников, плаунов, мхов, то есть тех растительных организмов, которые размножаются спорами, а не семенами, как высшие растения. Потом, уже в 20 веке, когда микроскопия развелась и заработала биохимия нормально, стало понятно, что хотя внешне грибы ведут себя во многом подобно так называемым низшим растениям, при этом внутренняя часть, особенно устройство клетки, ее биохимический состав, наличие определенных органелл, запасающие вещества, структура клеточной стенки и так далее, все это гораздо более похоже на животных. И уж тем более, когда в 50-60-х годах началось накопление данных по структуре ДНК, молекулярный анализ потихонечку раскручивался, да, это сейчас все просто забросило, секвенировал и сразу все понял. Тогда это были первые шаги.
Но, тем не менее, было выяснено, что в плане генотипа такого суммарного, да, средняя температура по больнице, грибы гораздо ближе к животным, чем к растениям. Поэтому, когда Кулёхин говорил нам, да, что Ленин гриб, если вы помните такой сюжет из 90-х, вы прям вот то... как будто чат наш читаете. На самом деле он брал всего лишь на 30%. Действительно, порядка 70% общей ДНК у человека и среднего грибного такого ДНК пула. И наоборот, с растениями у человека общий ДНК менее 30%. То есть в итоге вот эта все нарастающая сумма характеристик в итоге привела систематиков, таксономистов к тому, что грибы были выделены в самостоятельное царство. То есть было решено, что это не животные, не растения, а нечто отдельное, обладающее определенной суммой характеристик, отличающих от всего остального. А как мы определяем, вот что такое грибы, а что не грибы, вот где граница? Ну, так с самого начала прозвучало. Ножка и шляпка? Ну, ножка и шляпка – это на самом деле плодовое тело. Да? То есть то, что мы в обиходе называем грибами, это яблоко от яблони. И на самом деле реальным грибным организмом является, ну, в зависимости от того, как сложно это устроено, все-таки грибница, то есть мицелий. Мицелий может быть предельно простым, в том числе одноклеточным. И тогда мы получаем дрожжи. Вот одна одинокая дрожжа, да, это предельная форма упрощения мицелия. Но глобально грибы – это мицелиальные организмы, эукариотические, прошу прощения за ругательство в офисе, которые осуществляют питание путем осмоса, то есть грибницы реально, как нас пугают журналисты, да, идеальные всасывальщики. Они могут, то есть это гетеротрофные организмы, и в отличие от растений, которым достаточно солнца, воды и какой-то суммы минералов, они не синтезируют пищу сами, а получают ее из окружающей среды разными способами. То есть это могут быть паразиты, симбиотрофы, могут быть просто использовать остатки любой гниющей органики. При этом клеточные стенки у грибов могут быть, могут не быть. Клетки могут быть одноядерными, могут быть многоядерными. Размножение грибов, если осуществляется половое, то, как правило, через образование плодовых тел и спор. То есть у грибов, естественно, нет ни тех структур, которые есть у животных половых, ни тех структур, которые есть у растений, то есть так или иначе связанных с образованием цветков, семян, плодов и так далее. Общем, а можно такая... маленький уточняющий вопрос? Вы сказали про оболочку клетки, в смысле твердую, как у растений? Такой может быть? Оболочка клетки у грибов твердая, как у растений, но при этом она сделана из хитина, из которого состоят клетки многих животных. Вот реально во многом в этом, как и впрочем, многом в этом выражается промежуточность. Хитин грибной клеточной стенки — это не совсем идентичная копия того хитина, из которого состоят, допустим, панцири креветок, да, или насекомых. Но это такой специальный грибной хитин, хитозам он называется. Но, по крайней мере, это та черта, которая тоже сближает грибы с животными, а не с растениями. И яркий пример, кстати говоря. До относительно недавнего времени знаменитая фитофтора, вот этот враг, да, картофеля нашего и помидоров, она считалась грибом. То есть это был во всех учебниках, справочниках, определителях паразитический гриб, который поражал нашу культуру и особенно был страшен в теплицах в августе. Так вот, после микроскопического и биохимического анализа выяснилось, что клеточная стенка фитофторы и вообще всех фитофторовых грибов, которые относятся к огромной группе оомицетов, вот вся эта колоссальная группа оказалась не грибами. Потому что клеточная стенка у них, как выяснилось, сделана не из хитина, а из целлюлозы. То есть в итоге, когда был проведен молекулярный сравнительный анализ ДНК, было установлено, что это древние паразитические водоросли, которые вышли на сушу и стали вести образ жизни, сходный
с паразитическими грибами и выработали сходные с ними приспособления и стали внешне чрезвычайно похожи на грибы. То есть примерно как акулы и дельфины. Поэтому биохимические и микроскопические признаки у грибов являются реально важными для определения, кто гриб, а кто нет. А вот тут получается, что это такие уникальные ребята, как вы там их с самого начала назвали. А есть какое-то понимание, как это получилось эволюционно? То есть они, в общем-то, полурастения, полуживотные, не растения, не животные, что, откуда произошло? Ну, судя по всему, исходя из того, что число видов грибов чрезвычайно велико, сейчас их количество оценивается как сравнимое с числом видов насекомых, то есть какие-то там миллионы, да, единицы миллионов, уж не знаю какие, я как-то не отследил. Виноват. Вот. Но, видимо, находка эволюционно была столь удачной, что грибы заняли все существующие экологические ниши на планете. Буквально от глубочайших подземелий и океана до практически верхних слоев стратосферы. Точно так же, как освоили практически все существующие субстраты. Грибы могут есть такое, чем брезгуют даже бактерии. Судя по онтологической летописи, разделение... Да, значит, еще раз повторюсь. Как всегда я говорю в таких случаях, отдельный особый привет вегетарианцам. Грибы не имеют практически никакого отношения к растениям, и это достаточно близкие родственники животных. Корректно говорить, что царство грибов и царство животных имеют общего предка. И предположительно, это разделение от общего предка произошло где-то от 1,5 до 2,5 миллиардов лет назад. Такая разбежка в миллиард лет, она, конечно, ужасающая с точки зрения строгой науки. Но, к сожалению, никто не присутствовал там так давно, и очень расходятся датировки и того периода, когда атмосфера стала кислородной, да, и когда царство прокариот сменилось на царство эукариот, а царство анаэробных организмов начало уступать царству аэробных. В общем, здесь в сотни миллионов лет существуют различия в плане мнений, поэтому в среднем можно предполагать, что где-то 2,5 миллиарда лет назад грибы и животные разошлись от какого-то общего предка. И дальше пошли немножечко своими путями. Грибы и животные разошлись, а растения где-то были в другой области. Ну, есть в эволюционной биологии такое понятие, как единый общий предок. Угу. Да, от которого, вот откуда есть пошла русская земля, да, и откуда русская земля стала есть. Вот в плане жизни такая штука, предположительно, жила где-то 3,5 миллиарда лет назад. Я вообще-то не палеонтолог, меня, может быть, сейчас забросают тухлыми яйцами настоящие палеонтологи. Но вот, как люблю хорошее высказывание, как врут очевидцы, где-то примерно так время и дела обстоят. Угу, спасибо. Очень-очень давно, представить как. О формах грибов хочется поговорить. Мы все представляем грибы со шляпками. Мы все знаем, что такое плесень. Какие еще есть вот в этом царстве организмы, которые не подпадают под эти два определения? Правда ли, что грибы, например, могут двигаться, у них есть там какие-то жгутики, и они уже почти как амёба себя ведут? Ну, целенаправленно двигаться. Да. Адель, вы прямо... К сожалению, на целую лекцию вопрос задали, а не на короткий ответ. Особенно с упоминанием амёб, жгутиков и прочих страхов. Давайте попробуем кратко и потихонечку. Грибы действительно чрезвычайно разнообразны. То, что мы называем плесенями, на самом деле очень интересная форма грибов. Это такая же сборная группа, как если сказать трава, деревья или кусты. Потому что плесень, раньше их называли несовершенными грибами. В этом очень хорошо проявляется человеческая сущность, когда все более сложное принято считать более успешным, более эволюционно продвинутым, да, и так далее. А на самом деле те же дрожжи одноклеточные – это вершина эволюции определенной группы сумчатых грибов. Так вот, плесени – это такие мицелии, которые решили больше никогда не выпускать плодовые тела.
как бы те ни выглядели. Потому что они приспособились к таким условиям существования и стали вести такой образ жизни, при котором вот эти серьезные энергетические затраты по формированию шляпок, ножек или каких-то других подобных структур для образования спор, в общем, не нужны. И споры на них возникают или прямо на самих нитях мицелия, или на несложных структурах, которые называются ангиеносцами, конидиеносцами. Поэтому считать их примитивными нехорошо, я бы даже сказал оскорбительно с точки зрения грибов. Они просто прошли свой эволюционный путь, и плесени в силу вот такой своей упрощенности существования, между тем, освоили огромное количество экологических ниш и субстратов. Плесени – это не только то, что уничтожает там наши урожаи, да, вредит продукции, складам. Плесени прекрасно живут на картинах, шпалах, керосине. Недавно были две аварии, два самолета грузовых, к счастью, упали, потому что турбины забились плесенью, которая развивалась в керосиновых баках. Вот, поэтому плесень – это такая сборная группа особых грибов. Грибы могут быть крошечными, одноклеточными и в виде шариков, да, жить в любой влажной среде. Эти шарики могут быть с хвостиками, жгутиками, и такие грибы, которые обладают определенной подвижностью и немножко похожи на сперматозоиды, обычно достаточно специализированные. Они не живут где попало, как правило, это симбионты самых разных групп животных, без которых огромное количество животных на планете просто не смогло бы жить. Например, все жвачные, от коровы до верблюда, да, грубо говоря, когда они едят траву, грубую, целлюлозу, вот эту клетчатку, то у них в определенных структурах их сложного пищеварительного тракта живут грибы хитридиомицеты, у всех без исключения. И если бы эти грибы исчезли, то, я извиняюсь, все жвачные бы передохли. Те же термиты, да, например, они обязательно имеют грибов-симбионтов внутри себя, иначе они не смогли бы переваривать древесину. Наивно считать, да, что термиты питаются деревяшками. И так далее, и так далее. Маленьких одноклеточных подвижных грибов достаточно много, но надо иметь в виду, что большая их часть живет в океане. Откуда грибы вышли, там они в самой простой, самой крошечной форме, размерной, и остались. И максимальное число видов грибов, которое еще ждет своего открытия, реально несколько миллионов, наверное, это как раз морские, океанские одноклеточные грибы, которые являются паразитами и симбионтами водорослей и ракообразных. То есть это совсем там какие-то микроклетки, которые сидят внутри клеток растений и животных. Что касается грибов, которые берешь в руку, маешь вещь, да, то есть можно реально вот посмотреть, да, покрутить, полюбоваться. И это на самом деле плодовые тела, а не сами грибы. А, ну я уже не говорю там про всякие лишаи, да, та, и прочие дрожжевые патогены человека. Это пока, к счастью, единственные грибы, которые обратили на нас внимание. Мы люди настолько эволюционно молоды, что это древнейшая группа, а все основные группы грибов большие сложились уже где-то 800 миллионов лет назад. Вот, к счастью, грибы нас пока еще особо не заметили. А вот когда заметят и начнут к нам реально приспосабливаться, вот это будет очень интересно. Так вот, то, что можно покрутить в руках, это уже представители так называемых высших грибов, аскомицетов, то есть сумчатых, и базидиомицетов. К сумчатым грибам относятся такие, ну, из известных, это в первую очередь сморчки, трюфели, огромное количество паразитов наших садовых сельхозкультур, включая спрынью, да, опасный галлюциногенный гриб. К базидиальным грибам относится то, зачем ходят в лес грибники. То есть, начиная от опят белых и подосиновиков, и заканчивая лисичками, и дальше уже трутовиками, да, и всем вот этим вот копытообразным, классическим в виде шляпки и ножки. И разнообразие чрезвычайно велико. Описать его не хватит никаких усилий. Любые цвета, любые размеры. Самые маленькие плодовые тела – это доли миллиметра, а самые большие плодовые тела могут достигать нескольких метров и нескольких сотен килограмм весом. Например, таковы некоторые трутовики, которые растут в Юго-Восточной Азии.
Поэтому, даже не представляю сейчас, как к этому подступиться. Проще было бы сделать какой-нибудь альбом, да, с картинками, начать его прокручивать, чтобы показывать, вот смотрите, и такое, и даже вот такое, и стреляющее, да, и разного цвета, и разрывающееся, и вырастающее со скоростью почти сантиметров в секунду, и чего только нет. Вот как-то так. Да, получается, Михаил, то есть грибы во всех экологических нишах существуют, или есть такие экологические ниши, до которых они еще не добрались? Наши Мне планеты? Такие ниши неизвестны. И это неудивительно, потому что, и мне приятно, как микологу такое сказать, да, вот если бы я, допустим, изначально формировался как ихтиолог, и я собирался заниматься рыбами, ездил в кружок на биофаке, на кафедру ихтиологии в последних классах школы, и аквариум у меня он до сих пор там где-то в стекле отсвечивает, да, это оставило свой след. Но в плане грибов я могу сказать, что именно благодаря грибам возникла вообще биосфера в ее современном виде. Потому что именно грибы позволили расти первым растениям выйти на сушу, и только благодаря грибам была сформирована почва. А дальше вся эта уже наземная биота начала формироваться, усложняться, и, соответственно, грибы, как ее основатели, промоутер, да, я даже не побоюсь такого слова, они совершенно естественным образом вместе с биосферой зависли мы экологические субстраты. Грибы есть реально везде. А как так получилось? То есть они вот, то есть есть же и вредные грибы, есть симбиоты, есть полезные, как вот грибы к этому приспособились? Или мы, ну то есть под нами я имею в виду, то есть и животные, и растения к ними приспособились? То есть, что именно сделали грибы, что жизнь из моря шагнула на сушу? Я правильно понял вопрос? Или нет? Я хотел бы более широко задать вопрос, ну, потому что получается, что все, если все ниши заняты грибами, то все растения, все животные с ними так или иначе взаимодействуют. Да, безусловно, и чаще прямо, чем косвенно. Действительно так. Большая часть высших, да и не только высших растений, живет в симбиозе с грибами. Это может быть внешний симбиоз, когда, допустим, белый гриб образует симбиоз с березой. Да? Грибница как бы снаружи дерева оплетает корни, внутрь проникают только небольшие структуры, и через эти структуры идет обмен между партнерами. А рядом с березой грибница еще время от времени выпускает плодовое тело, то есть то, что мы называем грибом, собственно, да. И есть вариант, когда внутри, когда симбиотические грибы живут внутри растения. Обычно это одноклеточные грибы, которые распределяются по различным тканям и системам растения и синтезируют множество сложных биохимических веществ, обычно связанных с азотным и фосфорным путем метаболизма, и поставляют витамины, аминокислоты и так далее, и так далее. Практически нет таких растений, которые жили бы без грибов. Они могут как-то поперебиваться иногда, но вот, например, да, раньше считалось, подождите, что вот, например, лишайники... что... Повторите, пожалуйста, немножко связь прервалась. Вот, например, после этого. Вот, например... Значит, например, лишайники. Угу. Лишайники раньше считалось, что это такая симбиотическая структура, союз гриба и водоросли, когда водоросль снабжает гриб кислородом и минеральными веществами, а гриб поставляет водоросли какие-то сахара и прочее. Сейчас выяснилось, что ни о каком симбиозе речи нет, это классическое рабовладение. И водоросль прекрасно бы прожила без этого гриба, а вот гриб без водоросли жить не может. Но чаще ситуация обратная все-таки. Растение, большая их часть, не может жить без гриба. Есть, например, вот как, допустим, олень северный, это практически чисто грибоядное животное. И у него есть хитиназа как часть ферментативной системы, и поэтому он прекрасно переваривает грибы, лишайники, в отличие от нас. А вот, допустим, орхидеи, вся огромная группа орхидей, она не может жить, по крайней мере, в дикой природе, они выращены искусственно из клеточной культуры, да, или из стерилизованных семян в оранжереях,
не может жить без грибов. То есть орхидеи – это такие суперлишайники, на самом деле, которые без грибного компонента дохнут, потому что семечко орхидеи микроскопическое, пылевидное, в нем нет питательных веществ. И если гриб с первых секунд жизни этого семечка не начнет его питать, то орхидея расти не будет. Ни одно наше растение, дерево классическое, лесообразующее, основные породы – дуб, ель, сосна, береза, осина – не смогут жить без своих грибов-симбионтов. Ну, про жвачных я уже говорил. Да, многие насекомые, в первую очередь, перепончатокрылые муравьи, термиты, перечислять. Даже в тех случаях, когда грибы не являются напрямую симбионтами, то все равно экологические ниши устроены таким образом, что извлеки из них грибы или грибы с их партнерами, остальные, не напрямую грибозависимые, все равно обязательно пострадают. То есть реально вся наша биосфера завязана на сложные отношения с грибами. Например, не надоел я вам еще? Нет. Это здесь у меня такой вопрос. Мы запоминаем вопросы, да. Просто. Как ловко-то у этих ребят это получилось? Последнее маленькое. Грибы – это единственный организм. Поскольку грибы помогли выйти растениям на сушу, то, грубо говоря, они знают о них все. И грибы – это единственные организмы на планете, ни насекомые, ни бактерии, никто так не умеет, которые умеют реально перерабатывать в пищевом плане лигнин. Вот это вот все твердое, да, из чего сделана древесина, кора древесная и прочее, лигнин – сложный, очень прочный полимер. Только грибы, только мицелий может иметь такие ферменты, реально чрезвычайно агрессивная и непростая химия, которая в состоянии перерабатывать лигнин. Если убрать грибы из лесной экосистемы, то леса полностью до макушки завалят себя опадом, мертвыми стволами и отпавшими ветками по расчетам примерно через 10 лет. И, соответственно, от затенения леса через 10 лет погибнут. Они погрузят во мрак опада сами себя. То есть даже вот такую мегафункцию, как утилизация лигнина по всей планете, осуществляют только грибы. Ну и много еще можно привести примеров, как грибы спасают все на свете. И так они же все это убивают и являются паразитами. Так, нормально? Михаил, вопрос. Как у этих вот ребят так это ловко получилось? Чем они так замечательно, что то есть получилось, что получается это такой вот... как бы жизнеобразующее. Ну, на это можно ответить только так получилось. Да? Потому что мы живем в энтропийном мире, соответственно, возможно, любое событие, надо только дать ему достаточное время, чтобы оно произошло. К сожалению или к счастью, у эволюции нет целеполагания. Да? Это очень такая антропоморфная штука. Мы все считаем, что все сделано для чего-то. Это очень по-детски. Солнышко светит, чтобы нам было тепло, из тучки идет дождик, чтобы росли цветочки, а волки – санитары леса, потому что они следят, чтобы все оставшиеся были здоровыми и сильными. Вот такого никогда не бывает, и эволюция никогда не умеет работать даже на два шага вперед. Она сиюминутна. Поэтому можно только, не знаю, радоваться или грустить, что сложилось так, что грибы, по крайней мере уж на суше, точно являются одними из определяющих организмов функционирования и существования наземной биосферы. Ну, кроме симбиотов, есть еще и паразиты. То есть вы там упомянули. Да, и паразиты нас, растений, пока не подавили. И, в общем-то, растения... Это мы думаем, что не подавили. Может быть, они нами управляют. Да, мы уже грибы. Конечно, они уже близко. На самом деле, довольно свежая история. История паразитизма грибов на человеке. Ее можно рассматривать с нескольких граней. Ну, во-первых, конечно, мы, люди, сами достаточно давно объявили грибам войну. И еще несколько тысячелетий назад, да, когда начали первую распашку почвы, когда пошли первые посевы, подсечно-огневое земледелие, люди нарушили баланс почвы. И если раньше основной состав почвы были базидиомицетные грибы и дрожжи, то с того момента, как мы стали почву пахать, соответственно, изменилось увлажнение, почва стала более влажной,
и верхние слои ее стали более насыщены кислородом, там появилось царство плесеней. И эти плесени, которые раньше были загнаны в угол дрожжами и базидиомицетными грибами, сначала освоили остатки растений, которые были после уборки урожая, а потом уже превратились в тех самых жутких паразитов, которые уничтожают до трети урожая по биомассе в мире, да, в плане зерновых, овощных и прочих культур. Они очень быстро из ютящихся в уголке сапротрофов стали страшными паразитами. Точно так же в середине прошлого века, когда мы объявили войну бактериям, да, был открыт и синтезирован пенициллин, что само по себе спасло миллионы жизней во время Второй мировой войны, и тем более после. Трудно переоценить значение этого открытия. Но, убедив наших, на самом деле, довольно-таки не сильно зловредных полупатогенных бактерий, являющихся нашими постоянными спутниками, мы впустили в себя грибы. То есть то, что вся эволюционная линия, в том числе и человечество, избегала на протяжении миллионов лет, приспосабливаясь к слабопатогенным бактериям внутри себя, произошло примерно в 50-х годах прошлого века. И с наступлением эпохи антибиотиков мы, уничтожив наших бактериальных друзей-врагов, таких, да, специальных, впустили в себя грибы, потому что свято место пусто не бывает. До этого времени никто не знал, что такое глубокий микоз, аспергиллема, да, когда человек просто реально изнутри начинает подрастать грибами. До сих пор, до того момента считалось, что какая-нибудь кандида, кандидоз, это вот что-то, что бывает на некоторых внешних структурах у женщин и на языке, и в уголках рта у младенцев. А не как сейчас, когда кандида развивается, проникает в я уже не говорю про дрожжи, которые развиваются у нас, то, что называется лишаями, да, в народе, на волосах, ногтях и коже. Вот, допустим, все ногтевые заболевания человеческие пошли опять с Второй мировой войны. И есть совершенно конкретное событие, которое дало этому начало. Это война на Дальнем Востоке с Японией. Когда Квантунская армия была разбита на Дальнем Востоке, то советские солдаты получили большое количество трофейной обуви японской. И небольшое, редкое, локальное заболевание, которое существовало в Юго-Восточной Азии, вместе вот с этой обувью распространилось сначала по Сибири, потом по европейской части, а теперь уже по всему миру. Удивительно, ну, я могу очень много говорить про то, как мы грибам проигрываем во всем, но это полностью компенсируется тем, что сейчас поднимается реально третья грибная волна. Первая волна была связана со сбором грибов. Очень страшно, простите. Третья грибная волна, господи. Что-то напоминает, да? Это в хорошем смысле. Первая грибная в начале прошлого века была связана с кассовым использованием пищи и культивированием. Вторая волна в середине и конце прошлого века была связана все, что было до, плюс медицинское лекарственное использование. А сейчас поднимается третья грибная волна, когда опять-таки все предыдущее, плюс высокотехнологическое использование грибов. То есть это и очистка, любые методы очистки чего угодно, и экостроительство, и получение новых продуктов, функциональное питание, грибное мясо. Да, ну, в общем, можно перечислять и перечислять. Поэтому и Подождите, снова что-то со связью. Вот, а можете последнее предложение? Да, вот сейчас нормально, можете повторить. Да? Ну, не важно. Значит, на самом деле, грибы как нам вредят, примерно так же нам и помогают, а может быть даже помогают сильнее. Но что тут сделаешь? Ну, как есть. Такой вопрос. Вот интересную тему вы затронули. То есть грибы, люди, когда потребляют грибы просто грибами, дрожжи через какие-то продукты питания или через пенициллиновые антибиотики, какие-то грибы в нас остаются в этот момент? Или нет? Белые. Вы задаете вопросы, которые на лекцию длиной, Адель. Ну что ж так? А мне любопытно. Мы вас еще раз позовем. Давайте
давайте немножечко сузим. Да, широк русский человек, я бы сузил. Мы сейчас пробуем говорить о тех грибах, которые на нас или в нас так или иначе могут присутствовать живыми. Правильно я понял? Да. Суть вопроса. Да? Угу. Правильно. Хорошо. Значит, на нас, ну я не имею в виду конкретно нас с вами, да, но в среднем на каком-то там человеке, соблюдающем условно средние правила гигиены, живет от нескольких до десятка видов симбионтных дрожжей. Так же, как и симбионтные бактерии, которые живут на поверхности нашей кожи, они осуществляют там определенные функции, поддерживают определенный кислотный баланс, слегонца подъедают всякую пыль, которая на нас осаждается и размокает вследствие естественной влажности кожи. Им, в общем-то, с нами хорошо, мы их не замечаем, они даже, наверное, и не подозревают, что они на нас живут, потому что они точно так же живут на всех более или менее обладающих кожей. Среди поверхностного населения могут встретиться и патогены, да, и это тоже обычно дрожжи или дрожжеподобные организмы, которые уже реально вредят, они могут вызывать... Ну, что-нибудь типа стригущего лишая, да, когда подъедают корни волос. Или пятна на коже, когда начинают распространяться в ее верхних слоях. Или ногти очень некрасиво потихонечку уничтожать. Но такие грибы, за исключением тех редких случаев, когда у пораженного ими человека реальная беда с иммункой, то есть его иммунная система вообще уже практически не в состоянии с чем бы то ни было справляться, вот тогда действительно могут быть серьезнейшие патологии. Но еще раз повторю, это исключение. Вот они как-то живут, конечно, это некрасиво, и часто бывает стыдно выйти на пляж, допустим, в таком виде, или вас могут не пустить в бассейн, если что-то такое обнаружат. Но как есть один анекдот, да, когда один врач, который дерматомиколог сейчас это называется, говорит другому, что у меня вообще офигенно классная работа, потому что мои пациенты никогда не будут меня по ночам, никогда не умирают, и никогда не выздоравливают. И это практически правда, потому что если уж на вас сел какой-нибудь дрожжеподобный лишай, как говорят в народе, то это, как правило, очень долгая история, и по статистике у 50% выздоровевших спустя какое-то количество лет, обычно это от 2 до 5 лет, происходит рецидив. Так что это действительно надежная работа для дерматомиколога, и уж если вы к нему в руки попали, то с большой вероятностью вы окажетесь у него как минимум несколько раз. Значит, что касается того, что происходит у нас внутри. Внутри живые грибы в норме – это неправильная история. Да, скажем так, потому что грибы – это аэробные организмы, им нужен кислород. И внутри у нас с кислородом дела обстоят не очень хорошо, поэтому даже вот эта кандида, да, которая, даже если он живет немножечко внутри, я извиняюсь, да, за интимные подробности, то все-таки... Подождите, стойте. А у нас вот как раз интимные подробности снова ушли со связи. Повторите, а то как же так? Ага, давай подробности, как у Галича. Значит, так вот, даже если какая-нибудь кандида, которая живет на всяких интимных местах, то даже если у женщины она живет внутри самых интересных мест, ну, я как традиционный в этом плане человек, да, рассказываю, какие места интереснее, какие нет. Там они появляются все-таки... при возможности доступа кислорода. То есть они не доходят до каких-то совсем глубоких структур, где уже кислорода нет. Соответственно, если нас поражают какие-то плесневые грибы, сейчас же появилась куча профессиональных заболеваний, чрезвычайно неприятных, которые так и называются, например, легкие дворника, легкие фермера. То есть в первую очередь плесневыми и дрожжевыми грибами, патогенными у нас, поражаются те структуры, которые... интенсивно снабжаются кислородом, соответственно, легкие. И вот поэтому работники мусорных свалок, да. Вы, кстати, видели когда-нибудь водителя вот этой мусоровозки нашей или работника мусорной свалки в марлевой повязке даже в ковидные времена? Я не видел.
А ведь на самом деле они практически на 100%, к сожалению, гарантированы возникновением вот этих всех очень неприятных заболеваний. И ну, могу много рассказывать про что-то подобное, но в норме все-таки следует считать, что грибы живые внутри человеческого организма, поскольку симбионтных грибов у нас нет, да, внутренних, это всегда патология. Это из-за того, что что-то пошло не так. А как грибы тогда живут в жвачных животных? Там же тоже они, надо полагать, в каком-нибудь кишечнике или пищеводе там живут. Там тоже мало кислорода. А жвачные животные, значит, те грибы, которые живут у них, тридиомицет в первую очередь, они как рыбы, да, рыбы тоже дышат кислородом, но им достаточно кислорода, растворенного в воде. Соответственно, вот этим одноклеточным хвостатым грибам, жгутиковым, достаточно того кислорода, который содержится в среде, там, как это называется, рубец, сычуг, я уже все это забыл. Я когда 2 года отучился в Тимирязевке, перед тем, как на биофак пошел, вот там меня мучили этими ужасными штуками. Ну вот, да, как им хватает. Ну, то есть грибы, они все аэробные, анаэробных грибов не да. бывает? Нет, не бывает, все без исключения. Некоторым достаточно совсем небольшого количества кислорода, но наличие кислорода – обязательное условие для выживания грибов. А я что-то слышала, какие-то истории про то, что плесневые грибы вывезли в космос, значит, на внешней части космического корабля, и они потом вернулись на Землю и все равно жили. Или это неправда? Ну, я не знаю, я, в принципе, не могу за всем следить, да мне, честно говоря, и не все про грибы интересно. Но то, Адель, о чем вы говорите, это пример не задержки дыхания, да, а впадение в состояние, которое аналогично анабиозу. Да? Ну и в конце концов есть куча организмов, которые можно заморозить, даже выше. Какой-нибудь там сибирский углозуб, да, типа тритона. Вот он вмерз в лед 300 лет назад, потом он вытаял и пошел дальше по своим делам. Здесь в плане грибы же чрезвычайно устойчивые, как и бактерии, поэтому если их закинуть в космос, ну, я думаю, что спокойно многие из такое издевательство, а потом вернуть и снова продолжить. То есть это связано не с дыханием, а с способностью переносить экстремальные условия. Спасибо. А Михаил, а насколько они быстро мутируют грибы? Насколько они видоизменяются? Это вот там можно сравнить это с бактериями, с вирусами, с растениями. Если с вирусами, то у нас вообще нет шансов, мне кажется. Так, Адель, у нас нет шансов. Ну, на самом деле, грибы – это организмы с чрезвычайно пластичным геномом. Это правда. То есть, конечно, по скорости своего… Вот меня слегонца подбешивает, да, слово «мутирование», потому что в этом есть что-то такое совсем смешное, такое желтое-желтое. Да? Но и предполагается еще какой-то злой умысел. Они его сейчас так против нас все помутируют, да, специально, естественно. Не-не, вот, Михаил, я же в положительном, то есть, когда у нас симбиоты появятся, когда мы как сможем там не мясо, а клетчатку есть, да, древесину есть. То... Я боюсь, что это чисто наше внутричеловеческое задание. То есть выработать такие мутации, которые приведут нас к способности усваивать что-то такое, это вот, ну, смотрите, на достаточно недавнем историческом промежутке, даже не геологическом, а реально историческом, мы выработали, ну, так, получили, будем корректными, да, случайные мутации, которые позволили нам. Допустим, примерно 1010 плюс-минус лет назад переваривать молоко. Это до сих пор получается не у всех, да, там лактаза и все дела. Вот, но до этого молочными продуктами человечество питаться не могло. У нас есть довольно свежий вообще настоящих мутантов, коронзунцами, прощения за слово. Вот, потому что японцы – это раса, которая получила мутантный ген, позволяющий им эффективно переваривать водоросли и их клеточную стенку. То есть вся эта история с суши, сашими, роллами и прочим – это такие специальные японские козни, потому что для них
водоросли – это настоящая польза, и они в состоянии их переваривать. А для нас это просто нечто вкусное и модное, но такую пользу, как японцы, мы от этого не получаем. Поэтому совершенно не исключено, что через какое-то время, с учетом того, что грибы начинают составлять все большую долю в рационе человека, вполне может произойти какая-то мутация, опять-таки случайно, да, но она будет поддержана ввиду своей пользы, которая позволит нам получить хитиназу, фермент нового типа. У нас есть своя такая дохленькая, жалкая хитиназа, которая для пищеварения не годится, и она вырабатывается в ответ на проникновение в человеческий организм патогенов, обладающих хитином. То есть, грубо говоря, глистов там всяких, да, и прочего, всяких червей с хитиновой оболочкой. Вот вполне можем выработать такую хитиназу какую-нибудь на зависть даже оленям и начать реально перерабатывать, полноценно переваривать грибы. Но... Не-не, Михаил, я не об этом, я о том, чтобы грибы в нас видоизменились, и уже грибы переваривали древесину, были нашими симбиотами, и пока я как раз к этому... То есть... мы как термиты, зашел в бар, да, откусил кусок от стойки деревянной, да, и там... Ну, типа того, ну, да, можно с сена начать. Это классная история, да, я двумя руками знаю. Нет, насколько они быстро видоизменяются? Грибы изменяются чрезвычайно быстро. Но это сравнимо с бактериями? По мере... Ну, у бактерий там 2 в минуту, да, или 1 в 2, я уж не помню. То есть, конечно, таких феноменальных скоростей грибы не достигают, но реальная полноценная мутация, может, которая закрепится, да, и дальше распространится по грибной популяции, происходит за одно поколение. То есть вот в этом году возник новый штамм какого-то гриба, который в состоянии, то есть не новый штамм, возникла мутация, допустим, гриба, которая пробила все защитные механизмы, включая искусственно синтезированные и внедренные в ДНК какого-нибудь сорта пшеницы. И все, значит, с этим сортом можно прощаться, потому что на следующий сезон уже все поле, а через пару сезонов уже весь мир будет охвачен этим грибом. То есть мутации у грибов очень частое явление, и распространяются по популяции они чрезвычайно быстро. Именно поэтому, кстати, уже давно нет планов использовать грибы как биологическое оружие. Потому что, опять-таки, в конце Второй мировой войны японцы в Китае... Вообще, что творили японцы в Китае, по сравнению с этим нацистские кошмары отдыхают. Именно поэтому в Китае до сих пор так... ненавидят Японию и только плотное экономическое сотрудничество, вернее, да, удерживают их от каких-то указываний. Так вот, были проведены эксперименты с так называемыми диморфными грибами. Это страшные патогенные грибы, к счастью, в России они не встречаются, которые живут в почве или в экскрементах летучих мышей и птиц, и при перепашке, или если ты залез в пещеру или забрался на пыльный чердак, при вдыхании попадают в тебя в виде дрожжей, а потом они начинают развиваться из-за перепада температуры, внутри нас тепло, в легких, в грибницу. Эта грибница пожирает все изнутри. Сначала легкие, потом мозг, потом смерть. Вот это все было испытано японцами на китайцах, и, в общем, пришли к... То есть именно за счет мутагенности высокой невозможно создать боевой штамм грибов, который был бы расоспецифичен или задержался бы на определенной территории. Создать такой гриб – это сразу выпустить джинны из бутылки. То есть им будет охвачено все. Кстати, прошу прощения, да, еще чуть-чуть в сторону. Именно поэтому современные посылы, вот сейчас уже несколько лет в СМИ распространяется информация, найден гриб, уничтожающий пластик. Да, это какой-то плесневый тоже гриб, пенициловый, по-моему. Вот, его заставили пластик есть. Да, это действительно так, но есть два момента. Первый момент – это то, что он будет есть пластик, если больше не дать ему ничего. Потому что если будет хоть что-то, кроме пластика, он тут же забудет, что он в состоянии питаться такой гадостью и начнет переваривать нечто гораздо более интересное. А вот если, не дай бог, действительно будет выведен штамм гриба, который питается только пластиком и радостно его уничтожает, вы можете себе представить, что произойдет, когда этот гриб, как в фильмах, удерет из культуры.
Потому что пластик как загрязнитель – это одна история, да, а пластик как неотъемлемый компонент техногенной цивилизации – это совсем другая история. Если весь пластик будет уничтожен за несколько лет удравшим грибом, мы получим совсем другую картину живописи, как говорят в Одессе. То есть с грибами шутки плохи. Вот я о чем. Интересно, спасибо. Хочется еще поговорить о том, как грибы общаются между собой или как общаются с другими видами. Я читала про то, что деревья, которые ждут на своих корнях какие-то симбиотические грибы, они как-то могут узнавать, какой гриб сейчас, ну, к ним подходит друг гриб или враг гриб. Это правда или нет? Вот теперь я не услышал последнюю часть фразы. Они могут узнать, чего? Они могут узнать, это идет симбиотический гриб или идет паразитический гриб. Вау, как здорово звучит. Ой, ну, дальше уже только о разумности грибов, да? Надо будет говорить. Следующий, да, конечно. Мы уже подготовили его. Станислав Лем, там, да, океан мыслящей плесени и все такое. Аватар туда же. С подключением через плесень всего к всему. Ну, смотрите, взаимоотношение грибов симбионтных и их партнеров растительных, оно очень-очень давнее. Оно возникло в современном наземном виде, наверное, где-то 300-400 миллионов лет назад. А из-под воды это все еще начало развиваться там чуть не миллиард лет назад. Поэтому простейшая сигнальная система, давным-давно отработанная на уровне рецептор и какие-то там определения. Значит, я не биохимик, вы у меня спрашиваете очень сложные для меня вещи, но я не собираюсь фантазировать, да, я просто какие-то самые общие положения выдам. То есть сигнальные системы, системы испускания сигналов и рецептурные структуры, которые принимают эти химические, да, в первую очередь, собственно, единственно, да, химические сигналы, они прекрасно и сложно организованы и у грибов, и у растений, поэтому любое растение всегда сразу и точно знает, кто приближается к его драгоценным корням или взбирается по его драгоценному стволу. Потенциальный союзник или потенциальный враг. И в одном случае растение не предпринимает действия, если это союзник, или даже наоборот, чем-то его поманит, а в другом случае при первом соприкосновении сразу начнет образовывать структуры, которые попытаются отделить этот гриб от его ткани и систем, то есть начнется утолщение корки, омертвление слоя клеток, специальное искусственное растение начнет убивать часть себя, да, чтобы через этот возникающий барьер допустить гриб и так далее, и так далее. Точно так же грибы, симбионты прекрасно чувствуют, когда они приближаются к хозяину, к партнеру, в смысле, а паразитические грибы отлично чуют, где у них их потенциальные жертвы. То есть это очень давно работающая система меча и щита, да, которая оттачивалась миллионами лет, и в этом смысле они хорошо понимают друг друга, и если это можно назвать общением, то да. Значит, что касается активного взаимодействия грибов и растений как симбиотических партнеров, ну, иногда, да, может показаться, что это выходит за рамки обычного симбиоза и попахивает чем-то таким доброй воли, скажем так, прямо-таки настоящей. Допустим, если рядом стоят три березы, и грибница посередине удачно села, так что она одновременно связана с корнями всех трех деревьев, посерединочке сидит в этом треугольнике, то, например, если одно из этих деревьев испытывает недостаток воды, то грибница запросто может через себя перекачать воду из двух других деревьев, у которых такого недостатка нет, в это третье. Но это не потому, что она такая добрая, ей это просто. Да? Осмос и обратный осмос – это все, что мицелии решают чрезвычайно просто. Это одно из приспособлений грибов к нашей глобальной. Можно говорить, да, что есть аватар, фильм «Аватар».
и вот этот вот огромный мицелий, который все общаются друг с другом, друг к другу подключены к растениям, к корням, а там уже и до животных скоро дело дойдет. Но, к сожалению, такого нет и быть не может, это очень не биологично. Совсем разные системы передачи сигналов, и электрические, и биохимические, и поэтому смысла нет в таком общении. Вот. А то, что паразитов много, и они хорошо учат свою жертву и разрабатывают более эффективные механизмы, это на самом деле здорово, потому что паразитизм – это один из основных механизмов эволюции. И ответные защитные приспособления на действие паразитов – раз. Да, и те колоссальные мутации, целый спектр мутаций, которые возникают при встраивании паразитов в наш геном, геном хозяев, да, в первую очередь это о вирусах, конечно, речь идет, они приводят прямо-таки к вспышкам видообразования. Правда, это касается только тех, кому удалось выжить. Вот, не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но да, конечно, все совсем так или иначе умеет общаться, если под общением понимать сигнальную систему распознавания друга или противника. Да, вы ответили на мой вопрос, спасибо. Я думаю, что нам нужно прерваться. Сейчас мы уже почти час в эфире. Мы прервемся на 3 минуты и посмотрим мультфильм, который мы делали вместе с Яндексом. Этот мультфильм называется «Кем был наш общий предок?». Вот. И через 3 минуты вернемся к нашему обсуждению и к вопросам наших прекрасных зрителей. Внимание на экран. На Земле много живых организмов, но только одна жизнь. У всех нас один генетический код, схожее клеточное строение, несколько десятков общих генов. Живые существа похожи, потому что имеют общее происхождение. Кто же был нашим общим предком? Долгое время главным свидетельством прошлого были окаменелости. Но оказалось, что вся история жизни хранится в ДНК. Генетический код записан с помощью алфавита из 4 букв. В словаре ДНК 64 трехбуквенных слова. Они определяют 20 аминокислот и один знак препинания. Из аминокислот строятся белки, а последовательность, определяющая молекулу одного белка, называется геном. Гены всех живых существ записаны на одном языке. А значит, их можно сравнивать. Даже у далеких родственников иногда совпадают целые абзацы. А геномы человека и шимпанзе различаются только каждой сотой буквой. Если ген есть у всех, то, скорее всего, он был у нашего общего предка. В 1990 году американский микробиолог Карл Вёзе сравнил рибосомальную РНК основных групп ныне живущих организмов. Рибосомы — это очень древние структуры. Они есть у всех, поскольку отвечают за критически важный процесс — синтез белка. Вёзе удалось выделить 3 основные ветви на общем древе жизни. В первую попали все животные, растения и грибы. Во вторую — бактерии. В третьей оказались археи — загадочная группа одноклеточных существ. Внешне они похожи на бактерии, но имеют совершенно другую биохимию. Все 3 ветви выходят из одного корня. Его назвали лука. Last Universal Common Ancestor — последний общий предок всего живого. Когда жил лука? Предположительно, мутации в генах происходят практически с постоянной скоростью. И эта скорость нам известна. Можно посчитать, сколько мутаций отделяют нас от последнего общего предка. По таким молекулярным часам получается, что лука жил примерно 3,5 миллиарда лет назад. В то время Земля пережила метеоритную бомбардировку и была еще горячей. В воздухе не было кислорода, а температура воды достигала 70-80 градусов. Лука был приспособлен к таким условиям, как и многие современные бактерии, живущие в горячих источниках. За миллиарды лет наша планета очень изменилась. Сейчас не осталось мест, где сочетаются бескислородная среда и солнечный свет. Атмосфера Земли теперь совсем другая. Скорее всего, многие древние микроорганизмы, в том числе и лука, уже не существуют. Как же он тогда выглядел? В 2016 году ученым удалось выявить 355 генов, которые могли быть у нашего общего предка. Но этого мало, чтобы восстановить его облик. Такого количества генов не хватит для работы даже простой клетки. Зато эти исследования помогли понять, какой образ жизни вел лука.
Судя по всему, он жил в местах с большим содержанием железа, умел получать энергию из водорода и строить органическое вещество из углекислого газа. Лука выделял метан, а также мог использовать атмосферный азот для построения своих белков. Лука не был первой жизни и не мог обитать на Земле в полном одиночестве. Скорее всего, существовало некое сообщество микроорганизмов. Но лишь один из них дал начало дальнейшему развитию жизни на планете. И снова здравствуйте, это рубка постнауки. Мы сегодня разговариваем о грибах. И я надеюсь, вам понравился наш мультфильм. Что ж, наверни ты меня уже, Сергей. Ну, друзья мои, за Луку. За Луку. Ура, товарищи. Куда тут нужно? Итак, такой вопрос. Еще немножечко поговорим о том, правда ли грибы все понимают, со всеми разговаривают. Вот такой вопрос. Говорят, что грибы, которые паразитические, умеют как бы манипулировать своим хозяином и делать так, как нужно грибам. Правда это или нет? Что-то я слышал такое про муравьев. Как бы да. Управление поведением вообще достаточно распространенная в живой природе штука. И это умеют не только грибы, это характерно, например, для многих паразитических червей, которые управляют тоже поведением не только насекомых, но и, допустим, там, рыб, млекопитающих. Это... Поэтому такая стратегия, как выгодное, да, управление поведением хозяина, встречается и у грибов. Больше всего, конечно, в этом плане известен кордицепс, и самый раскрученный среди кордицепсов – это кордицепс однобокий, который управляет поведением муравьев. Поразив своего хозяина, он развивается в нем и со временем заставляет муравья выбраться из муравейника, забраться на растущий над муравейником кустик и выбрать такой лист, который располагается точно над муравейником. Тогда муравей заползает на нижнюю сторону этого листа, вцепляется своими жвалами в центральную жилку, и в этот момент растущий в нем развивающийся кордицепс окончательно его убивает. После этого из зафиксированного тела, из головы, как правило, вниз начинает отрастать плодовое тело, и оно спорами, как вот капельки воды из душа, да, начинает посыпать муравейник с тем, чтобы споры получили новых хозяев муравьев и начали развиваться. Достаточно простой жизненный цикл, но выглядит совершенно фантастически. Уже, я знаю, есть несколько фантастических романов, где описано, как кордицепсы паразитируют на людях и меняют их поведение. В общем, сложные сюжеты с драмами, любовью и битвами там присутствуют. Но глобально можно отметить, что такое действие известно только для насекомых и с существами, обладающими высшей нервной деятельностью, конечно, кордицепс справиться не может. Есть современные исследования, очень интересные. Значит, раньше совершенно не представляли, а как такое может быть. Это же просто можно офигеть, наверное, да, как же это сложно, чтобы даже таким простым существом, как муравей, взять и начать управлять. Заставить его куда-то там тащиться, карабкаться и закреплять, фиксировать челюсти. То есть осуществлять совершенно нехарактерное поведение. Вот, в случае муравьев выяснил очень интересных моментов. Во-первых, что больше всего удивительно. Кордицепс внутри муравья прорастая, он таким образом прикрепляется к мускулатуре, что способен буквально ею управлять. То есть он перехватывает моторику и может заставить двигаться муравья вертикально вверх, например. Второе, что есть, что умеет делать кардиоцепс, это синтез определенного вещества, его боевая химия, которая, воздействуя на головные ганглии, нормального мозга муравья нет, да, слишком он для этого мал и просто устроен, заставляет тоже его осуществлять определенное поведение. И вот совместное воздействие на мускулатуру и биохимически на нервную систему приводит к тому, что муравьи ведут себя определенным образом. Прикольно,
что боевая химия, можно себе подумать, что это что-то страшно сложное. Нет, чрезвычайно простая. Она, это вещество, углеводород, который по своей структуре очень похож на бензин. Поэтому сейчас прошу земляне не слушать, если вы найдете рыжими, допустим, лесными муравьями крупными, отберете оттуда какое-то количество, положите их рядышком с какими-нибудь травинками, кустиками и плеснете на них реально бензином, то вы увидите классическое, практически кордицепсное поведение. То есть эти муравьи начнут метаться, но некоторые просто психанут, да, но большая часть начнет сразу быстро и успешно карабкаться на стволы, на травинки, и в конце будет пытаться даже вцепиться челюстями и зафиксироваться. То есть гриб чрезвычайно эффективно нашел очень простое вещество, которое практически всю психосоматическую работу, да, делает за него. Это то, что касается кордицепса и муравья. Есть гораздо более интересные случаи управления грибами поведением. И вообще не только поведением, а, допустим, грибы в состоянии вызывать изменения пола. Они в состоянии делать зомби. Они могут делать не только трансгендеров, да, но и бисексуалов. И все зомби это, прям мертвые, мертвый организм, да, ползет. Да. А вот, ну, сейчас про зомби поговорю, кстати, есть еще такой хитрилиомицет, да, мы уже говорили про одноклеточных грибов с жгутиками, называется батрахоспермум. Сейчас, если кто-то слышал, в мире происходит атака этого гриба на амфибий. Из примерно 6 тысяч, вот массовое вымирание лягушек, жаб, да, и саламандр по всему миру, это как раз действие вот этого патогенного грибка, который вдруг почему-то начал так мощно проявляться. Из 6 примерно тысяч видов амфибий, 2000 чрезвычайно сократили свою численность, а 400, по-моему, уже вымерли. Так вот, у каких-то там корейских то ли лягушек, то ли квакш, например, он учит их гладь, как заставляет голосовать правильно, как, я извиняюсь, зрители Первого канала. Потому что самцы, пораженные этим грибком, они квакают более громко и более призывно, чем непораженные. И самки охотнее идут на их голоса и, соответственно, получают патогена. А есть вообще классные вещи. Например, ну, некоторые грибы, патогены растения, например, умеют песочные цветки превращать в тычиночные, потому что именно вместе с пыльцой, которая образуется на тычинках, этот гриб распространяется насекомыми опылителями. Зомби – классная история. Есть зигомицетные грибы, живут в Соединенных Штатах. Они паразитируют на жуках-мягкотелках, которые живут на золотарнике. Такое растение у нас есть, красивое, с желтыми цветочками. Так вот, когда гриб поражает жука, причем неважно, самец это или самка, он начинает мощно развиваться внутри, так что брюхо у этого жука раздувается, и независимо от пола он становится похожим на самку. А потом гриб убивает его и продолжает расти так специально, что надкрылья этого жука раздвигаются, при этом он прочно сидит на цветке. И снаружи это выглядит как самка, расставившая крылья с толстым брюхом, набитым яйцами, то есть готовая к спариванию. И, конечно, самцы с радостью летят на эту женщину-зомби, давно уже мертвую, пытаются с ней спариться, а потом растаскивают, соответственно, полученные споры по нормальным самкам, таким образом поражая популяцию. Ну, в принципе, это еще пустяки, потому что бывают периодические цикады, 13-17-летние, да, студенческих цикад. Это классно. Они, у них поколение развивается каждые 13 или каждые 17 лет. Это простые числа. И это бывает так редко, да, что все поколения известны и пронумерованы даже энтомологами. Так вот, есть гриб, который называется махоспора, дрожжеподобный, который лежит в почве и ждет массового выхода вот этого поколения. И когда поколение выходит, цикад, пробиваясь через почву, еще нимфы, да, неполноценные, имаго,
то они получают эти споры. И вот пока молодежь сидит, обсыхает и линяет в последний раз, несколько дней на травинках, как раз в этот момент первое поколение мысоспоры в них и развивается. И вот тут вот начинается вообще крутая история. Потому что самцы этой цикады, они издают специальные щелкающие звуки одного типа, а самки другого. Так вот, гриб, развиваясь, начинает управлять их поведением так, что самцы начинают издавать щелкающие звуки самок. И тогда нормальные незараженные самцы пытаются совокупиться с этими трансгендерами, скажем так, да, и получив от них первое гаплоидное поколение гриба, растаскивают его по популяции. После этого развивается второе диплоидное поколение, которое раздувает брюшко, и даже брюшко может ломаться вместе со спорами или треснуть. И тогда цикада летит, и как самолеты разбрасывает боевую химию в виде спор. Но это убивает их, и поэтому такие пораженные цикады спариваются и с самцами, и с самками, демонстрируя поведение обоих полов. В общем, настоящая грибная оргия происходит. И до 70-80% популяции цикад таким образом уничтожается грибами. Настоящее управление поведением полноценное, с преобразованием полового поведения и типа пенчи. Очень много сказать, но да, это вполне существующая объективная реальность, то, что некоторые грибы, и не только сумчатые, да, как кордицепс, но и более примитивные, типа зигомицеты, могут управлять поведением, ну, в первую очередь, членистоногих. Да, Михаил, у нас тут вопрос с донатом. Мне кажется, он то есть, этот, подходит. Павел Харько задает. Здравствуйте. Замечал, что на следующий год после хорошего грибокоса на том же месте грибы, плодовые тела, конечно, особо не растут, даже при схожих условиях. Они боятся или я ошибаюсь? Какое хорошее слово «грибокос». Грибокос. Беру тезаурус, да, как сейчас говорят. Беру тезаурус. Грибокос. Отлично. Спасибо за это слово. В принципе, это достаточно нормальное явление, потому что редко бывает так, что ну, вы говорите про схожие условия, но схожие не значит идентичные. Чрезвычайно редко бывает два по-настоящему грибных года подряд, причем так, чтобы одни и те же грибы в одно и то же время вырастали на одном и том же месте. Поэтому это вполне естественное явление, когда при... Ну, то есть то, что в один год здесь было хорошо, скорее всего, на следующий год здесь не будет слишком хорошо, если мы не говорим о чемпионах плодоношения, которые буквально плюют на окружающие условия, типа осеннего опенка или лисичку. Да, они выдают урожай даже в самые худшие грибные годы. Ну и надо еще иметь в виду, что любые грибные места со временем оскудевают. И это происходит по двум причинам. Из-за изменения возраста деревьев, потому что одно и то же дерево в разном возрасте заводит в себе разных микоризных партнеров. И из-за того, что грибница растет и сама ползает с того места, а даже раньше, может быть, давала хороший урожай. Вот все это сочетание признаков, обычно, в смысле факторов, да, обычно и приводит к тому, что редко дважды, каждый год подряд, да, на одном и том же месте бывает хороший грибной урожай. То есть они не боятся, они просто место себе лучшее нашли. Чего им нам бояться, действительно? Они просто живут, да, они, ну вот, в норме любая грибница по форме это баранка, да, тороид, кольцо, которое постепенно расширяется. Если ничего росту этого кольца не мешает, как, допустим, вот в поле, да, огромное кольцо шампиньонов, может быть, или зонтиков, или в лесу говорушки какие-нибудь, если нет рядом деревьев, а случилась тропинка или корень, или какие-нибудь паразиты массово напали, и вот кольцо разорвалось, и оно может превратиться в любую форму, вплоть до просто дорожки, да. Но глобально грибница продолжает вот этот мысленный концентрический рост и... рано или поздно обязательно уходит с того места, где она была. А в новом месте условия, и она не идет туда, где ей хорошо. Она просто продолжает концентрическое распространение. Она так устроена. И когда она приходит в какой-то год на новое место, там могут быть такие условия, которые для плодоношения не очень. Расти еще туда-сюда, а вот плодовые тела выпускать нет. И, соответственно, все, плодоношение прекратилось до тех пор, пока она
не дорастут до туда, где снова хорошо, чтобы грибы выпускать. Спасибо. Еще один вопрос донатам сейчас зададим от Романа Якимова. Как же все же грибы помогли растениям выйти на сушу? Как же все же? Примерно это произошло так. Это был сложный комплекс мероприятий. Грибы вместе с подводными растениями, это были высшие водоросли, образовывали хорошие и надежные симбиотные структуры. Но при этом водная среда, она прекрасно подходит для грибов, но не хороша для растений, которые собрались шагнуть в атмосферу, да, и закрепиться на почве. Вода, она такая плотная, она прекрасно поддерживает любой организм. А стоит тебе высунуться на сушу, тебя тут же сломает ветром, унесет куда-нибудь, испечет солнцем, да, и так далее, и так далее. Нужно образовать плотные структуры и научиться хорошо прикрепляться к грунту. Поэтому, да, плюс надо иметь в виду, что корней не было у растений, когда они на сушу выходили. Были так называемые ризоиды, слабые прикрепительные структуры водорослей. И эти структуры, помимо того, что были слабыми, они еще и не умели ничего всасывать. Поэтому грибы, как симбионты в этих самых ризоидах, не до корнях водорослей, осуществили сразу две функции. Они, во-первых, укрепили их за счет того, что умеют образовывать хитин, а хитин – это очень прочная структура, и позволили эффективно закрепляться на почве и вообще выработать признаки твердости растениям, что впоследствии привело к деревьям. А во-вторых, они осуществляли первые функции всасывания. То есть сначала корни растений не умели всасывать ничего, эту функцию играли грибы. И вот когда первые растения освоили сушу и начали погибать, перегнивать, появились грибы-сапротрофы, вот так началось, собственно, обрыв почвы. И по этой почве уже нормально шагнули растения. А дальше грибы, которые образовали еще и лишайники, да, вступили в симбиоз с цианобактериями, они частью бактерий тоже через корневой симбиоз поделились с растениями. И это были первые азотфиксирующие, так называемые клубеньковые бактерии, наступила эпоха азотфиксации. Так растения тоже через грибы, через тех симбионтных бактерий, которые им подарили грибы напрямую, научились фиксировать азот. Ну, я понимаю, что тяжело рассказать просто, но без руководящей роли грибов, скажем так, в этом процессе ничего бы не срослось. Я думаю, что сейчас самое время поговорить, то есть как мы используем грибов на пользу человека. И вот здесь у нас есть вопрос с донатом от Сергея Вайта, который мне тоже очень нравится, такой пятничный вопрос. Здравствуйте, интересно, как человек открыл пивные дрожжи? И мне нравится этот пятничный вопрос, спасибо за него. Вот, начну вот с тебя. Наконец-то мы о деле начали разговаривать. Да, наконец-то. Когда люди из первых злых волосатых кабанов начали потихонечку получать нежных розовых свиней с толстым слоем сала, да, они вели совершенно четкий и последовательный процесс, отбирая из поколения в поколение породные признаки. Когда там коровы на молочность, да, когда пшеница на тяжести, количество зерен в ковусе, то есть что угодно, все наши домашние животные и растения проходили селекцию под пристальным наблюдением и отбором признаков. Дрожжи – это единственное уникальное исключение. Это пример селекции, которую осуществило человечество, не имея ни малейшего представления о том, что на самом деле оно занимается селекцией. Дрожжи – это такой пет, да, такой вот, такая домашняя штука, которую никто никогда до появления микроскопа не видел, но при этом активно занимался селекцией. Соответственно, хлебные дрожжи и отбор все более лучших заквасок, да, и люди думали, вот эта закваска круче, да, ее если внести так-то и смешать с тем-то, то получится такой-то продукт, а на самом деле шла селекция дрожжей. Винные и пивные дрожжи, да, вот это сорт там бродит при такой там температуре, да, такой-то осадок, кислотность, сахара и прочее. И это все, что лекция даже понята, да, то отселектированные нами дрожжи настолько отличаются от своих природных исходников, что уже большей частью реально не могут жить в природной среде и только вот
вот в лабораторных условиях, будучи искусственно размножаемыми и подселяемыми, они осуществляют свою деятельность. Ну, конечно, можно поступить просто, и всегда есть природные дрожжи, собрал чего угодно, да или просто выставил будущую брашку на открытый воздух, туда налетело, дрожжи летают как из пору, и получил простой примитивный продукт. Но глобально, да, дрожжи селекционировались, но бессознательно, хотя и целенаправленно. Какой приятный симбиоз у нас с дрожжами. Да, а вот хотелось бы задать вопрос, какие свойства грибов используются, можно использовать перспективно в медицине? Ну, первое и главное, это, конечно, если брать грибов как продуцентов веществ, да, это антибиотики. Эпоха антибиотиков началась давно, и все новые антибиотики из грибов получают. Антибиотики – пример крайне неудачного названия, да, потому что антибиотик – это как бы против всего живого. На самом деле их надо было назвать антибактериками, потому что они только, ну, правда же, да, они только против бактерий работают, несмотря на то, что до сих пор некоторые врачи и против вирусов их назначают. Вот. Но это уже вопрос компетенции. А сейчас в медицинском плане, ну, то есть грибы в фармакологическом плане прошли огромную эволюцию с эпохи антибиотиков, и сейчас из них начинают получать вещества, которые обладают антиоксидантной активностью, противораковой, воздействующей на когнитивные функции, то есть, допустим, восстанавливающие разрушенные нейроны и корректирующие проблемы с памятью. Биологически активных веществ грибов огромен, и они сейчас активно осваиваются бигфармой. Бигфарма – это содружество порядка 80 крупнейших производителей БАДов и лекарств на нашей планете, которые владеют почти 90% рынка. И поскольку эти ребята активно вкладываются в исследование грибов, то есть голосуют долларом, да, это само по себе говорит о том, что эта история позитивная и лабораторно подтвержденная. То есть практически нет таких заболеваний, включая рак, против которых грибы не имели бы какую-то свою биохимию, и которая проходит сейчас полноценный цикл клинических испытаний. А зачем грибам, ну, это все еще, да, вопрос про разумные грибы, но с эволюционной точки зрения, зачем грибам продуцировать столько разных веществ? Ну, то есть, если, например, растение или гриб ядовитый, ну, можно предположить, он делает это для того, чтобы его не съели. А вот весь другой вот этот вот спектр противоопухолевых, например, веществ, он там как появился? Ради чего? Объясняю. Значит, еще один яркий пример, да, антропоморфной точки зрения. И извините, да. Целеполагания. Его нет. Все, что грибы как бы для нас делают, их ядовитость, их съедобность, их лекарственность и даже их галлюциногенность, на самом деле все это совершенно не предназначено для нас. Просто так совпало, что определенные вещества грибов определяют определенным сродством либо к нашим рецепторам, либо к нашей, ну, скажем так, биохимии. Я объясню, почему происходит, ну и, по крайней мере, попытаюсь объяснить, почему происходит так. Значит, грибницы, как мы уже выяснили, являются идеальными всасывальщиками. Они всасывают в себя все, что угодно, а вот нет. Поэтому все ненужное, что в них в процессе всасывания попало, они далеко не всегда могут фильтровать. Да? А самое главное, огромный объем достаточно агрессивной для самого гриба органики, которая образуется в процессе питания и роста. Вот, допустим, грибы могут разрушать лигнин. Да? Твердый лигнин – это страшно неудобный с точки зрения переваривания субстрат. И нужна колоссальная мощная ферментная система. Ни у кого, ни у каких живых существ нет такой мощной ферментной системы, как у грибов, чтобы справиться с лигнином. И, соответственно, в процессе питания образуется еще огромное количество отходов, всяких сложных органических молекул, в основном азот и фосфор содержащих. Их всех надо куда-то девать. А куда девать? Выделять грибница не умеет. Поэтому она научилась загонять их в свои естественные мусорные баки, которые, как вы уже, наверное, поняли, это просто плодовые тела. Вот когда растет эток с ножкой и шляпкой,
его внешняя поверхность, допустим, пластинки и трубочки, используются для того, чтобы сделать споры и размножиться. А вся внутренняя часть тоже не пропадает. Это внутренняя часть, куда грибница загоняет все лишнее на протяжении всей жизни плодового тела. И случайным образом, еще раз повторюсь, да, оказывается так, что эта сложная химия, этот мусор, да, эти остатки, они по отношению к нам, ну или там, другим животным, проявляют определенные действия. Вот примерно такая очень грубыми штрихами набросанная картина. А вот исходя из этого, то есть что в грибах много разных веществ, ну, то есть и такие мощные ферментации, много таких специфических свойств. Какие еще свойства вот еще не используются, но могут быть использованы в медицине или на благо народного хозяйства, как раньше говорили? На благо. Ну, в плане... Вы пропали, Михаил. В плане медицины я, пожалуй, более-менее представляю, и я уже даже более-менее рассказал, да, в самых общих чертах, что в грибах содержится. Но в плане, ну, смотрите, скорее всего, будущее за использованием ферментативной системы грибов и каких-то последовательностей, то есть какой-то ферментной цепочки, потому что грибы реально умеют разрушать практически все, что угодно. И синтезировать практически из чего угодно, что угодно, грибы за счет богатства своих ферментов тоже умеют. Я думаю, что, ну, прямо так громко за этим будущее, да, но какие-то такие особенности ферментативной грибной системы могут быть использованы практически в любых областях промышленности или технологии в наномасштабах, да, то есть высокотехнологичных, связанных с микроманипуляциями, микропроизводством, совершенно запросто грибы туда могут пойти. Вот, кстати говоря, забыл и того, кто это придумал, как фамилия, который получил за это Нобелевскую премию, и того, в честь кого было названо. Ну, вот так называемые молекулярные машины, да, когда одна молекула, и в нее вставляется другая, да, сложно пересекающаяся кольца, которые практически вечный двигатель, начинают ездить, вращаться, ползать, как маленькие машинки. Это было придумано недавно, просто за счет естественных там каких-то плюс-минус взаимодействий и сложной структуры. Это было получено из веществ, которые содержатся в грибах-паутинниках. То есть всякая нано-пика и фемта вот туда, и сложные молекулярные штуки, биосинтезы, и нанороботы и прочее, с учетом сложных грибных ферментов, вполне вероятная история. Здорово. У нас тут есть вопрос один по теме от Александра. Вредно ли есть грибы? Я имею в виду съедобные. Просто раз вы сказали, что верхняя часть гриба – это, так сказать, мусорка, то, может, мы зря это делаем? Нет, грибов мусорка, а для нас это может быть самое то, что надо. Люди вообще эволюционировали изначально как падальщики и всеядные товарищи. Ну, вообще жить вредно. Ну и грибы, и жизнь – это половое, да, смертельное заболевание, передающееся половым путем. Угу. С обязательным летальным исходом. Да, а также все умершие пили воду. Тут можно много чего можно сказать разумного на эту тему. Да, грибы – это самая молодая пища человечества. Если не брать нашу исконную Африку, как колыбель человечества, да, где было много недобных и галлюциногенных грибов, и практически не было ядовитых, и там вполне пожевывали, то глобально грибы последними пришли на наш стол, потому что, как если их есть традиционно, то правы наши диетологи, которые говорят, что это грубая, тяжелая, балластная пища, которую нельзя есть пионерам, пенсионерам, болящим, и вообще лучше только после получения паспорта и не больше 3 раз в жизни. Но, ну, правда, да, именно потому, что грибы покрыты каждой клеткой, хитиновой оболочкой, а хитиназа нормальной у нас нет, и только то, что случайно разжевалось, клетки полопались, вот что-то по дороге осталось, а глобально это вкусный пенопласт. И если, который транзитом как вошел, так и вышел. И если есть какие-то проблемы с ЖКТ, да, то, конечно, лучше много грибов
есть там 100-150 грамм в день за один раз, не больше, и так далее. Но, в принципе, грибы-то на самом деле это БВК, это белковый витаминный концентрат, в котором почти нет жиров, нет вот этих страшных углеводов, которые в тортиках, типа глюкозы. И если правильно к ним подойти, то они станут вместо тяжелого, балластного и прочего легким, витаминным, диетическим продуктом, на котором даже можно прожить от нескольких месяцев до нескольких лет, больше вообще ничем не питаясь. Потому что глобально в них есть все, что есть в растениях и животных, кроме витамина В12. И ключевое решение – это максимизирование. То есть больше клеточных стенок хитиновых, тем больше всего полезного в нас по дороге останется. Ну, то есть получается, что грибы, вот часто говорят, что будущее в насекомых размножать, то есть грибы... Или соевый белок. Да, или соевый белок, грибы выглядят гораздо перспективно, они легко растут. Да. Но это мы с микологом разговариваем, подождите, тут важный момент, конфликт интересов. Вы правы, потому что уже сейчас есть несколько стартапов, оба в Америке, по-моему, где начинает выращиваться грибное мясо. Да. Грибов. Структуру, которая и по упругости, там, и по вкусу, и по способу хранения готовки очень-очень близко к мясу. И, ну, насекомые, да, а вот где-то в Скандинавии, по-моему, червей выращивают, какие-то специальные уже породы вывели, и их перерабатывают, такое червячиное мясо. Но грибы... Нет, мне грибы больше нравятся, чем червяки, я вот замечу, то есть вот тут критикующих меня, что мы с микологом разговариваем. Грибы очень грибы. Или нет, из леса, которые принесли. Или не едите, червивые грибы. Червивые грибы. Да я, в общем, особо не смотрю. Я их сырые не ем, а так, то что там. Ну, кто-то порезал, да. Вот. Так, сварил, может, вытащил из червяков, может, нет. Да? Вот я вам открою маленький секрет. Нечервивых грибов вообще не бывает. То, что мы называем нечервивыми грибами, это грибы червивые на такой стадии визуализации, да, что личинки насекомых незаметны. Или в крайнем случае там просто яйца отложены. Не, я к этому просто отношусь. Я в детстве, когда ел малину, и там были черви, я там плакал, прибегал к маме, она говорила, ну что ты так расстраиваешься? Это же ты его съел. Да, правильно. С тех пор я это усвоил. Замечательная у вас мама, мудрая женщина. Да, а если вот подойти к грибам, то есть, ну, они перерабатывают все что угодно, к вопросу мусора, вот там такая какая-то футуристическая картина, выращивать эти грибы, которые бы были как грибковое мясо, или грибовое мясо, как правильно это сказать, выращивать на помойках. Заодно и пластик бы... знаете ли, Роман, вот... Вы сейчас выступили в роли провидца. Уже сейчас в Штатах, конкретно в штате Калифорния, вывели, ну это еще первые шаги в ту сторону, да, вывели такой сорт вешенки, ну наверняка знаете вешенки. Да, я очень люблю, да, продается. Вкусно. Вот, которая утилизирует памперсы. Вот наваливают ли гору памперсов, сажают туда, и она перерабатывает это все, а выдает плодовые тела. То есть и рыбку съесть, и на лифте покататься. Сразу все удовольствия. Поэтому, мы помним, это главное, еще, конечно, чтобы они не размножились по всей мясо. Планете. Кто, памперсы или мясо, вешенки? Вот вешенки, которые какие-то, съедят все памперсы на дитя. Да, в общем, вы молодцы в этом плане. Мы скоро добьемся от них многого. Главное, чтобы они не разозлились. Итак, следующий наш эфир. Как не разозлить грибы на постнауке? А насколько грибы-то изучены и управляем? Потому что сначала вы такую... Управляем. Да. Ну, то есть я бы управляем в кавычки взял этот вопрос, насколько мы понимаем, потому что была такая апокалипсис, что вот придумаем грибы, которые едят пластик, и пластика больше не будет. Ну, вполне вероятно. Вот сейчас, допустим, вывели псилоцибиновые дрожжи для синтеза псилоцибина, да, и остается дождаться, чтобы они удрали из культуры, и тогда во всем мире наступит счастье и гармония. Вот. Ну, грибы, они такие очень удерущие и очень изменяющиеся, самоизменяющиеся. Поэтому всегда есть вероятность, что если мы придумаем что-то экстремальное, да, то тут показывают фантастических фильмов. Вот. Поэтому, если надо проявлять известную осторожность. Да, есть ли какие-то уже наработанные правила? Ну, вот с растениями, то есть, если делаются гибриды, и они
перекрестно опыляют нормальные растения, их, в общем-то, то есть либо как-то совсем осторожно, но в народном хозяйстве не используют. А вот с грибами есть какие-то выработанные правила, которые вот если селектируем грибы, как делать не надо и как обезопаситься от того, чтобы... Мне такое неизвестно. Потому что вот то, что я в состоянии сейчас из памяти вытащить, нет таких направлений работы с грибами, которые были бы потенциально опасны, то есть несли реальную угрозу для человека и окружающей среды. Ну, только если косвенную, да, допустим, сейчас получают штаммы хищных грибов, которые уничтожают насекомых, являющихся паразитами сельскохозяйственных растительных культур. Ну, очень теоретически, потому что дальше они на пчел, да, а потом уже и на воробьев, вот, потом на павлинов, потом на кур. Ну, это такие, ну, да, как писал Козьма Прутков, коротко о разном, всякое бывает, но сложно такую цепочку себе представить реальную. Поэтому в плане биологической безопасности, то есть то, что как это реально строго с бактериями, вирусами, всякими гмошными историями, да, когда мы очень сильно вторгаемся в геном. В плане ГМО в грибной геном тоже не очень сильно вторгались, пока мы только первые шаги, мы люди, да, в этом плане осуществляем. Поэтому, ну, скажем так, мне такое неизвестно. Но это не очень моя область, я с биотехнологиями так очень опосредованно связан. Знаю, что они бывают. Вот здесь от Андрея есть вопрос, который меня тоже волнует, не буду скрывать. Спросите у лектора про чайный гриб. Это такое нужно? Нужен ли он человеку или это просто глупость? Нужен, это мне сложно на такое отвечать. Я могу сказать, ну, просто, то есть, что такое чайный гриб. Да, питательные вещества он гриб вырабатывает. Чайный гриб – это такой сложный симбиотический организм, который состоит примерно из 20 видов, из которых большая часть бактерий и несколько видов дрожжей. И из-за того, что в нем есть дрожжи, в каком-то смысле его можно назвать грибом. Значит, это такая хитрая штука, которую 2000 лет назад, например, нашли в Китае в луже под чаем. Там сложились такие уникальные условия, что вся эта группа организмов микро собралась и образовала вот эту медузу, которая у наших бабушек в прошлом веке, да, плавала в банках трехлитровых. Значит, ну, можно много чего про него говорить, но глобально все чайные грибы – это потомки одного того древнего гриба. Когда говорят о разных сортах, видах, штаммах и прочем, это наглое вранье. Вот. И в плане полезности, ну, вот это такой кисло-сладкий, чуть газированный напиток, который по своей полезности совершенно спокойно можно сравнить, ну, допустим, с квасом и кефиром. Квас и кефир – это однозначно полезные напитки, в них есть аминокислоты, витамины, да, просто какие-то кислоты органические. Ну, то есть совершенно нельзя сказать, что это что-то бесполезное, не вода. Ну и, конечно, вообще нельзя, что это панацея, да, и если этот блин шлепнуть на лысину, то она станет полосатой, и вот так-то. Ну, то есть это очень перепиаренный юго-восточно-азиатскими товарищами объект, который, ну, в общем, не буду, да, сильно распространяться, полезен на уровне кваса или кефира. Спасибо. И вот у нас есть 20 минут, чтобы ответить на вопросы наших зрителей уже так полноценно. И такой вопрос от Артема. А правда, что самый большой в мире живой организм – это какой-то доисторический гриб, который до сих пор живет и растет? Это полуправда. Потому что, да, самый большой в мире организм – это гриб, но не доисторический, а вполне наш современник. Это обычный осенний опенок, который живет в Соединенных Штатах в Висконсине, и он занимает площадь почти в 400 гектаров, и масса его оценивается где-то в 2,5-3 тысячи тонн, а возраст в 7-8 тысяч лет. И это единственный живой организм, который видно из космоса, потому что среди зеленого моря дубов есть желтое дубовое пятно дубов убитых этой колоссальной грибницей, и вот поэтому его так видно. Так что не синий кит и не гигантский кальмар, а рулит осенний опенок. Грибы рулят. Вот Ольга Чехова спрашивает, правда ли, что суставы у многих людей болят, потому что грибы в организме?
Ой-ой-ой, как говорил один мой знакомый палеонтолог, что же делать? Неправда. Спасибо. Следующий вопрос такой. Давайте тебе можно ответить кратко, я буду по возможности отвечать кратко. Конечно. Итак, правда ли, что даже единоразовое употребление псилоцибиновых грибов навсегда меняет нейронные сети человека? Если да, то почему так? Не меняют навсегда нейронные сети. Это что такое? Какие-то там мощные физиологические перестройки? Нет, такого не бывает. Даже однократное употребление псилоцибиновых грибов способно осуществить эффективный психотерапевтический, позволить осуществить эффективный психотерапевтический сеанс. В случае терапевта лечение склонны к самоконтролю даже самостоятельно. И это настоящая революция в психотерапевтике, потому что еще не так давно считалось, что воздействие на ядро личности сформировавшегося человека, особенно после 30 лет, возможно только после многократных сеансов и не всегда заканчивается успехом. Псилоцибиновых грибов позволяет это сделать с первого раза, причем не только на индивидуальном, но и на групповом сеансе. Поэтому именно псилоцибиновые грибы сейчас легализуются по всему миру в плане психотерапевтического использования. Подождите, то есть можно какие-то когнитивные установки поменять или что можно поменять? Не когнитивные установки, а вторгнуться и устранить сложные пограничные состояния, депрессии, шизофрению в определенных формах. Вот для чего в первую очередь нужны псилоцибиновые грибы. По крайней мере, в случае однократного использования, если они применяются как некий психотерапевтический инструмент. Угу. Вот тут вопрос очень такой, ник большой, странный, патронажная служба сиделок и там еще что-то, но я не буду весь его зачитывать. Как влияет радиация? Я был медбратом, я люблю сиделок. Да, вот отлично. Вот. Играть в преферанс и пить спирт. Отлично. Вот от них вопрос, как влияет радиация на грибы? Радиация на грибы практически не влияет. А вот радионуклиды – это то, что многие грибы с удовольствием впитывают в виде водорастворимых солей. И многие грибы являются избирательными впитывателями определенных радионуклидов. Вот, например, чага, наша знаменитая, один из мощнейших лекарственных грибов, является гипербиоаккумулятором америция. Поэтому, вообще, следя Подождите, вот еще раз повторите, пожалуйста, после америция. Практически не вредит радиация грибам. Наоборот, согласно экспериментам, несколько раз исследовательские группы выезжали в окрестности Чернобыля, и грибы там чувствуют себя прекрасно, разрастаются, у них случаи гигантизма у плодовых тел случаются. В общем, дружат грибы с радиацией, никак она их не ущемляет, наоборот, стимулирует. То есть можно сказать, что грибы более устойчивы к радиациям, чем растения. И чем мы. Но чем мы-то ясное дело. Чем мы однозначно, чем растения, пожалуй. Наверное, у меня мало данных, чтобы утверждать однозначно, но, скорее всего, да. А ведь это странно, но радиация же мешает живому организму, когда выбивает из ДНК какие-то... Заблуждение. Адель, мы все, то есть большая часть людей забывают, что мы вообще живем под воздействием радиации всегда. Ну да, конечно. У нашей планеты есть естественный радиационный фон, да, который вполне для нас является нормой. И только существенное его усиление начинает у кого-то, у каких-то живых организмов, да, вызывать реакцию какую-то. И чем это усиление больше, тем большая часть организмов на это откликается. Поэтому, то, что грибы, у них более высокий порог, чем у нас, и хорошо, значит, они зачем-то это у себя закрепили, такое свойство. Спасибо. Следующий вопрос такой. Какая часть микологии самая интересная и перспективная для изучения сейчас, на ваш взгляд? То есть, чтобы заработать на микологии, да, я перевожу на русский. Какой ее частью лучше Или заниматься? Чтобы получить Нобелевскую премию по микологии. По естественным наукам.
Ой, про Нобелевскую премию, вот тут я, честно говоря, главное, чтобы Дарвиновскую не получить. В плане заработка, я думаю, что два самых перспективных направления – это грибное экостроительство, то есть все, что связано с получением с помощью грибов новых природных материалов, которые эко-френдли, да, не знаю, как это по-русски одним словом сказать, начиная от одноразовой посуды, заканчивая мебелью и умным бетоном, и такие тоже сейчас разработки есть, ничего только нет. Вот это прекрасное, чрезвычайно перспективное направление, раз. И два, это то, о чем мы уже не раз сегодня говорили, это получение высокотехнологичных, недорогих продуктов питания из грибов, начиная от просто каких-то концентратов и заканчивая такими сложными штуками, перспективными, как грибное мясо. Вот эти два направления я бы выделил в первую очередь. Здесь такой более приземленный вопрос от грибников, видимо. То есть Алексей Шалимов спрашивает, как отличать ядовитые грибы от не ядовитых? Никак. На вкус? Да, на вкус и цвет все фломастеры разные. Значит, к сожалению, нету такого универсального, стопроцентно надежного признака, который позволил бы надежно отличить любой съедобный гриб от любого ядовитого. Любые народные и даже немножечко научно-популярные признаки, которые рекомендуются к исполнению в этом плане, всегда амбивалентны. То есть, вот, допустим, если на кухне, да, у вас приготовки грибов синеет чеснок, или чернеет серебряная ложка, а у американцев краснеет рис, да, а при варке там в маринаде что-то всплывает и оседает, то это категорически не говорит о том, что вот или съедобные грибы, или ядовитые. Точно так же в лесу вот, самое распространенное заблуждение, это если гриб там чем-то поеден, личинками насекомых или белочка покусала, то раз им можно, то и нам тоже зачет. Да? Нет, ничего подобного. Здесь система, что для русского блага, для немца смерть. Например, та же бледная поганка, смертельно ядовитый гриб, который вызывает 9 из 10 смертельных случаев в России и в мире отравления грибами, ее совершенно спокойно могут есть лошадь, кролик и кабарга. И если вдруг вы в лесу подсмотрите за кабаргой, что она схорчила бледную поганку, и попытаетесь это повторить, то будет очень неудачный опыт, как раз премия Дарвина. Поэтому, ну вот буквально нет таких пар признаков, которые надежно позволяют любой гриб отличить от любого. Также кухонный метод обработки. Если варить 4-8 время слить отвар, то вы надежно устраните там. Нет, ничего подобного. Вот, поэтому, опять-таки, зависит от того, какой ядовитый гриб, с каким типом токсинов. Ну, то есть это всегда такая рулетка, да? Интересная жизнь. Надо просто знать. Надо знать хорошо в лицо ядовитые грибы своего региона. Это самое простое. Все советуют знать съедобные, но это страшный совет, потому что съедобных там несколько сотен видов, может быть, даже больше тысячи. А реально опасных ядовитых обычно всегда меньше десятка. И как-то уж там себе представить, посмотреть в справочниках или в интернете, как они выглядят, достаточно просто. Поэтому и вести себя аккуратно. Да, в Англии есть прекрасная пословица, есть старые грибники, есть смелые грибники, но не бывает старых смелых грибников. Поэтому вот как-то так, аккуратненько. Спасибо. Следующий вопрос такой. А почему плодовые тела грибов появляются после дождя? Потому что... интересный вопрос, кажется простым, да, но на самом деле он не очень простой и довольно интересный. Потому что то, что грибники называют ростом плодовых тел, в большинстве случаев на самом деле это не рост, а растяжение. Когда формируется молодой гриб, молодое плодовое тело, которое часто еще даже не пробило поверхность почвы, да, или не раздвинуло листики, чтобы из них высунуться, оно уже содержит конечное число клеток, из которых оно сделано.
А дальше грибница, получив достаточное количество воды, то есть, допустим, дождь или утреннюю росу, оно начинает накачивать это плодовое тело водой, как мы воздухом надуваем шарик. И происходит на самом деле не рост, а растяжение. Поэтому чем старше гриб, тем больше в нем воды. И поэтому правы те грибники, которые говорят, что лучше собирать молодые плодовые тела. Они интуитивно чувствуют, что воды в прямом и в переносном смысле, да, в таком процессе меньше. Вот для этого грибнице нужен дождь, чтобы накачать свои вот эти вот мусорные баки и с их поверхности распространить споры. Вот здесь такой вопрос, наверное, в дополнение. А можно ли вырастить гриб размером в дом? А зачем? И жить в нем. Здесь вот вторая часть. Но это, видимо, из сказки известные, да. То есть, ну где предел-то? Накачать водой сколько можно? Ну, бывают действительно крупные плодовые тела, но здесь грибница должна обладать таким потенциалом, да, чтобы просто в состоянии обеспечить водой и строительным материалом вот такой мегапредмет. В принципе, теоретически такое может быть и возможно, потому что многие знают, что встречаются гигантские грибы, да, вот находят огромные белые с шляпкой размером с колесо, или там подосиновики высотой полметра и с ножкой толщиной с ногу человека. Так бывает, что вдруг грибница решает вложиться не в 10 плодовых тел, средних или небольших, а в одно огромное. Да, и исходя из того, что в принципе грибы способны на такое, да, вместо кучи плодовых тел выпустить одно большое, то чисто теоретически можно предположить, что, наверное, можно добиться и таких результатов, но я думаю, что это уже только путем селекции и предоставления грибу безграничного количества воды и питательных каких-то там субстратов. Спасибо. Наверное, еще парочку вопросов зададим, может быть, один. Вот такой интересный. Сергей, расскажите немного про коллекцию за вашей спиной. Я понимаю, что сейчас можно еще на полтора часа, но, может быть, что-то... Ну что? Ну, Сергей, ну, Адель, ну что? Значит, вот, мы вас на весь экран показали. Да. Я с раннего детства самоформировался как биолог широкого профиля. Натуралист, вернее. То есть я всю жизнь детскую до конца школы мечтал быть натуралистом настоящим. Как Коля Дроздов, как Джерал Даррелл, вот туда. И поэтому мне было чрезвычайно интересно много чего. У меня куча коллекций началась тогда, коллекция вот раковин моллюсков, как сзади. У нас с женой неплохая палеонтологическая коллекция, у меня большая коллекция биологических марок. Ну, то есть вот аквариумы меня всю жизнь сопровождают. Да, я вообще должен был стать ихтиологом, я уже говорил про это. И просто как-то среди всего этого... достаточно случайно, не буду рассказывать эту историю, она долгая. В момент студенчества именно грибы всплыли вот как раз в том месте и в то время, так что им удалось зафиксироваться, и с тех пор я преимущественно занимаюсь грибами, но глобально мне по-прежнему интересно все, и в душе я считаю себя натуралистом точно широкого профиля, но биологом, насколько это вообще позволяет обстоятельства. Да, зафиксировались грибы, это сразу напоминает вот эту историю про муравья. И немного начали управлять. Да, что-то там вот. Да. Подросло. Ну, наверное, то есть мы зададим последний вопрос, а вы пропали, да, то есть Михаил у нас... Да. Вот появились. Вот, застряло. Да. Да, сейчас да, нормально? Да. Ну, видимо, грибы шалят. Вот да. Где-то, да. То есть, а что вы посоветуете почитать вот на тему грибов? Ух, это непростой вопрос, потому что как биология когда-то, микология сейчас тоже распалась на огромное количество самостоятельных отраслей, и два миколога часто могут вообще не понять друг друга. Поэтому, как это ни парадоксально, я советую читать общие, простые обзоры, которые системы все о, да, вот какие-то такие. В частности, значит, минута саморекламы, да, у меня есть здоровенная толстенная книга формата А4, там на 800 страниц,
который называется «Все о грибах». И вот буквально все темы, которые мы затронули сегодня, а также кое-что из того, о чем мы даже и не говорили, вот все там достаточно кратко и на абсолютно популярном уровне изложено. Но глобально, ну я не один такой, а англоязычная литература вообще классная в этом плане. Вот, поэтому, конечно, надо начинать с общих обзоров, а дальше уже понять, что вам интереснее, если вдруг вам стало интересно, и двигаться уже целенаправленно в этом направлении, потому что специализированной литературы тоже грибной полно. Ну что, очень интересный разговор. Да, получился. К сожалению, мы про столько еще не успели поговорить, ну, про этномикологию. Необъятное, друзья мои, необъятное, конечно. Да. Да, да. Ну ничего, может быть, мы когда-нибудь еще увидимся, еще поговорим с вами о грибах. Большое спасибо, что уделили нам внимание и что вот такие 2 часа продуктивные с нами провели. Спасибо огромное. Спасибо вам. Если я вам не надоел, не заболтал, ну, позовите как-нибудь еще, я с удовольствием. Позовем обязательно. Наши зрители могут в комментариях написать, на какую конкретно тему еще позвать. Мы позовем. И для вас, дорогие зрители, спасибо, что вы нас смотрели. Спасибо, что ставите лайки и дизлайки. И в следующий раз мы с вами увидимся 6 сентября на эфире о гормональных нарушениях, о том вообще, зачем нам нужны эти гормоны. И спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока. До свидания. Спасибо. Всего хорошего.